Первый класс, второй, третий, четвертый. Я не хочу. Du mal hinter nachschauen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всем привет! И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Я Маргарита. Я Ксюша. Всем известно, что многие школы уже на карантине. Наша в том числе. Мы перешли на домашнее обучение. Сегодня мы будем делать наши домашние задания вместе с вами. И покажем вам, что же нам задают. Ну что, будем начинать? Для этого мне нужно открыть компьютер. Тут можно выбирать, в каком ты классе. Например, Каролина, она в детском садике. Ей тут надо нажать сюда. Она тоже будет заниматься. Тут первый класс, второй, третий, четвертый для Ксюши и пятый мне. Сначала мне нужно посмотреть свое расписание. Так, сегодня пятница, и у меня 2 часа реалиен и математика. Каждый день я должна заниматься по 3 часа, а Ксюша по 2 часа, а Каролина по 1 часу. И теперь посмотрим мое расписание. Так, давайте посмотрим на Ксюшино расписание. У меня есть НМГ и немецкий. Сейчас нам надо распечатать наши домашние задания. Так, все, распечатываем. Так быстро. Вот это да. Вот это да. Какой он умный. Как раз мне так и надо было. Так. Ну, поехали решать. Теперь мне нужно распечатать вот эти вот 4 странички. Сейчас я скачиваю документ. Потом буду его распечатывать. Это самая моя любимая тема. Мне сколько надо? Давай вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Я распечатаю 4 странички. Отдохнули мы недельку, теперь учиться. Ой, так, немецкий готов. Сейчас НМГ. Вот. Мне то и то не нравится. Мне так больше нравится. Я себе задание распечатала. Теперь иду решу. Теперь я буду засекать 1 час. Вот так. Раз. И два. И раз. Время пошло. Сейчас я буду делать НМГ. Берем карандаш. И начинаем. Я должна прочитать текст. Потом я должна заполнять эти столбики, а потом, проверять. Но я не буду смотреть. Вот тут. И потом мне надо вот это вот сделать. Потом проверить. И все. Если я закончу раньше, чем пройдет час, я могу распечатать еще. Так, ну что, буду начинать. Ну, это очень просто. Так. Это текст про город Люцерн. Так, я его буду читать. Ну что, я тоже засекаю время. Таймер на 1-2 часа. Начинаем. 2 часа. Я не хочу. А потом мне надо на вот эти вот вопросы ответить. Сейчас разберемся. Какая моя любимая карточка? Здесь я должна нарисовать мою любимую карту. Так.
Я уже прочитала текст и отвечаю на вопросы. Как написать? Как? Я нарисовала. Я попробовала нарисовать карточку. Так, следующий вопрос. Виайс, эфир, фар, эндер, карты. Der Regen ging man ins Bett, wenn es dunkel wurde. Vielleicht, wenn es dunkel wurde. Es passt gar nicht. Ins Bett. Ins du Bett, mal hinter nachschauen. Wenn ganz gut schlafen, im... Wenn es dunkel ist. Wenn es dann dunkel schreibst du zum Beispiel dunkel, dann gleich ins Bett. Okay. Zum Beispiel. Das ist die Landung. Der Gartenzwerg. Ну что, ребятки, я уже делала свои уроки. Это было очень сложно. Это нет, но это мне чуть-чуть помогало. Вот, на сегодня я закончила, а теперь Каролина. И Маргарита еще математику делает. Каролина, идем! Здесь она должна считать, сколько яиц целые, а сколько разбитых. Айс, свой, дубин, фир. Фир, айрс, не капут. Это мы что хир фир шрайбен. Фир. Фир, фир, сак, сиба, ах, нинза. Это мы что цен шрайбен. Вот здесь она должна посчитать, сколько тут есть зайчиков, потом она должна разрисовать эту цифру. Так, я уже решаю математику. Здесь у меня примеры на умножение, деление. У меня 1 час математики. Wie viele Hasen sind hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Und wo ist hier sechs? Wo ist hier eine sechs? Ну что, ребятки, вот так вот мы и должны делать наши уроки каждый день по 3 часа. Ну, конечно же, кроме субботы и воскресенья. А сейчас мы сделали уроки, и сейчас мы должны идти помогать маме. Либо убирать, или готовить, кушать. Ну, а на сегодня все. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!